Всем привет! И сегодня продолжаем работать с ураловским двигателем. Как говорится, свет, камера, мотор. Если помните, в предыдущем видео промучился я целый день с задней крышкой блока. И сейчас очень много комментариев вы мне написали. Некоторые даже звонили и давали советы. Сопоставив все это со своими какими-то мыслями, которые пришли за ночь, будем сегодня пробовать снимать эту крышку снова. Для начала я решил, что стоит ее погреть. Возьмем монтажный фен. Если помните, есть у меня здесь лючок под сирену. В него поставим, чтобы уменьшить теплопотери. Я закрыл блок сверху вот такой алюминиевой пластиной. И думаю, пускай теперь погреется он градусов до 80. Ну вот, двигатель наш уже хорошо теплый. И теперь попробуем по нему все-таки постучать. Сегодня вместо деревянных палок я возьму вот такой вот алюминиевый прут, не прут, штырь. Он все-таки пожестче и ударные нагрузки должен передавать лучше. Победа! Ребята, снялась наша крышка, значит, дело будет. Ну и давайте разберемся, почему же эта крышка так плотно сидела. Во-первых, я оказался первым, кто эту крышку все-таки снял, после того, как на заводе ее поставили. Потому что прокладочка стоит заводская, вся залита бакелитовым лаком. И на крышке я нашел вот такие вот задиры. Видите? То есть ее сажали в мотор на холодную. Где-то, видно, размер промахнули или грязь какая-то попала. Понаделали вот такого вот безобразия, задавили прессом. Ну и, естественно, она там с сумасшедшим натягом стояла внутри. Надо будет все это хорошенько вычистить, шлифануть. Ну и надеюсь, сегодня у нас все-таки получится достать коленвал, чтобы почистить вот эти вот маслоуловители с одной стороны и с той стороны тоже. Коленвал у нас сейчас держится на одном подшипнике, на переднем. И тут два варианта. Либо вытягивать его со стороны маховика, либо пытаться выталкивать его отсюда, вот из этого подшипника. Я предпочитаю второй вариант, сейчас объясню почему. Предположим, вот наш коленвал. Вот это передняя цапфа, в которой он зафиксирован в подшипнике. Это задняя, на которой стоит маховик. Допустим, мы за нее будем тянуть. За счет того, что у нас шатунные шейки коленвала смещены, может эта щека пойти сюда. Это пойти сюда, это вывернуться куда-нибудь сюда. То есть возможен ряд каких-то непредвиденных и абсолютно нам ненужных деформаций. Поэтому мы будем толкать его вот отсюда. И ничего вот этого вот не произойдет. Он просто должен выпасть вниз. Чтобы такой финт провернуть, я возьму вот эту шайбу, которая здесь, в принципе, и стояла. Подложу под нее шайбу, которая будет упираться в коленвал. И 4 подходящих по длине винта. И будем накрест потихоньку равномерно затягивать винты. Теоретически коленвал должно выдавить. Оп, все, коленвал практически вышел. Теперь нам надо коленвал из мотора достать. Честно сказать, очень много каких-то страшных баек слышал про то, как люди 2 часа мучаются, его там внутри крутят. И сам никогда еще коленвал не доставал, не приходилось. Но глаза боятся, а руки делают.
Насколько я знаю, его надо как-то провернуть. Вот так. Подать назад. Ну, как оказалось, ничего сложного в этом нет. Теперь наша задача снять с коленвала вот этот подшипник задний. Дело в том, что съемником к нему тоже не подлезешь, не повредив вот этот вот маслоуловитель, до которого нам, собственно, добраться и надо. Попробуем сделать вот такое вот кольцо из проволоки. С хорошей крепкой стальной проволоки. И теперь каким-нибудь образом сделать на нем три петельки, за которые можно было бы ухватиться съемником. Ну вот что у нас получилось. Раз петелька, два петелька, ну и вот здесь вот хвостик. Возьмем теперь съемник, проденем его в наши петли, упираемся винтом в болт крепления маховика. Ну и осталось только потянуть. Вот и все, подшипник снят. Ну и теперь давайте снимем маслоуловитель и посмотрим, был ли вообще смысл снимать коленвал и сюда лезть. Держится он на трех винтах. Все три винта накернены, чтобы не выкручивались. И я боялся, что здесь будет серьезный какой-то натяг и выкрутить их будет сложно, но вообще зажаты они были очень легко. Чудом еще ни один винт не выкрутился и не полетел путешествовать по мотору. Вот, собственно, он сам. Масло, попадая сюда, за счет центробежной силы, заходит вот в это отверстие, через которое попадает к шатунной шейке коленвала. Ну и теперь давайте разберемся, как же их почистить. Я взял для этого вот такой вот гвоздь. И теперь просто по кругу начинаем его вот так вести. Видите, что оттуда высыпается? Высыпается оттуда просто какой-то кошмар. Какая-то спрессованная сажа. Не знаю, похожая на графит или что-то вроде того. То есть работает у нас маслоуловитель как центрифуга. Весь мусор, который плавает в масле, попадая сюда, за счет центробежной силы прижимается к стенкам, трамбуется, прессуется. Это кошмар. Ну а вот итоги нашей работы. Это передний маслоуловитель и то, что в нем было. И задний маслоуловитель и то, что мы из него достали. Так что еще раз хочу поблагодарить того человека, который подсказал мне заняться все-таки этим вопросом, не оставлять мотор без разборки. Спасибо большое. Спасибо, что смотрели нас. Всем счастливо, всем пока.